И о еще одном значимом культурном событии для страны, только уже в музыкальном искусстве. Сегодня в Санкт-Петербурге произойдет возвращение шедевра русской музыки 19 века широкой публике. Впервые состоится концерт-презентация сочинения нашего земляка «Кантата Стабат Матер» композитора Гавриила Ломакина. Ее исполнит симфонический оркестр и академический хор Белгородской филармонии в одном из лучших исторических залов Санкт-Петербурга в Капелле. Сейчас там работает наша съемочная группа. Начало концерта поздно вечером, но мы получили кадры с репетиции, и журналист Светлана Немыкина вышла с нами на связь. Вот что она сообщила. Сейчас вы видите генеральный прогон коллектива в Белгородской государственной филармонии перед концертом. Он состоится в 10 часов вечера здесь, на этой сцене, в Государственной академической капелле. Исполнять его будут симфонический оркестр и академический хор. Кантата авторства нашего земляка из поселка Борисовки Гавриила Ломакина вернулась на петербургскую сцену спустя 150 лет. И в некотором роде восстанавливается историческая справедливость. Здесь Ломакин долгое время работал, здесь звучали его произведения, но именно «Стабат Матер», «Мать скорбящая», была незаслуженно забыта и считалась утраченной. Около полугода Белгородская филармония кропотливо восстанавливала ноты, и сегодня же партитуры кантаты торжественно передадут в дар концертным организациям и хоровым училищем, а также профильным вузом России. Все это проходит на 8-м Петербургском международном культурном форуме. Билетов на концерт, премьеру кантаты уже нет. Для творческого сообщества России и мира это возвращение шедевра музыки в каком-то роде квинтэссенции традиции русского музыкального искусства и западноевропейского. Это действительно событие и хороший повод, чтобы снова прозвучало на большую аудиторию имя Гавриила Ломакина, который из крепостного крестьянина за полвека стал выдающимся музыкантом.